идея. И тут вдруг. Что я могу сказать? Это кино снял Сергей Харченко для проекта «Экшен», который в этом году был 12 лет. Это благотворительный вечер. Эти фильмы продаются как лоты. Для помощи. Это тоже, кстати. Его можно купить? Ну, да, ну... Покажите. Нет, его уже нельзя купить. Ну, сейчас его будем продавать. Кстати, Корона, есть возможность, я думаю, посмотреть еще один фильм с экшен. Это абсолютно эксклюзив. Тот, кто можно купить. Да можно, можно, Свет, можно, можно. Можно еще раз купить. Оператор Мукасей. Два. Правда? Конечно. Сергея Харченко. И в этом фильме спасибо большое. Мы пошли. Let's go.